В регионе завершается Всероссийская неделя профилактики рака молочной железы. Медики настойчиво рекомендуют регулярно проходить осмотр специалистов. Ежегодно от рака груди умирает больше 20 тысяч россиян. Пройти обследование пациенты поликлиники номер 2 ЦК МСЧ имени Егорова могут на новейшем оборудовании. Недавно здесь появился современный цифровой маммограф. Качество изображения повысилось. Также у нас появилась возможность архивировать снимочки. Пациента снимочки сохраняются на 5 лет. Мы можем в любой момент сравнивать эти снимочки, посмотреть, ухудшилось состояние пациента, то или иное заболевание, если мы выявили его. Вот. И, конечно, малая доза облучения. Вовремя узнать о наличии опухоли груди Ольга Максимова смогла благодаря диспансеризации и неравнодушному отношению к своему здоровью. Я лично сама прохожу каждые полгода УЗИ, наблюдаюсь у онколога и прохожу каждые 2 года диспансеризацию. Я считаю, что это обязательно. Я как медик с 30-летним стажем советую всем это делать. Медики настоятельно рекомендуют ульяновцам не игнорировать угрозу и регулярно проходить обследование. Чем раньше врач сможет диагностировать отклонение, тем результативнее будет лечение. Это касается и тех, кому еще нет 40 лет. Болезнь стремительно молодеет и поражает даже 20-летних пациенток. Кто до 40 может проходить раз в 2 года маммографию либо УЗИ молочных желез, особенно если есть предрасположенность уже, если какая-то онконастороженность. А после 40 раз в 2 года обязательно и так далее. Особенно если что-то нашли, то уже раз в год. Ежегодно проходить все обследования, консультации и следить за всем этим процессом, даже если он не злокачественный. Пройти обследование и убедиться, что организм в норме, можно в поликлинике по месту жительства.